Медитация 254. Трудности. Трудности будут всегда. Они составляют часть жизни. И хорошо, что они есть, иначе не было бы роста. Трудности бросают вам вызов. Они встряхивают вас и побуждают работать, думать, искать способы к их преодолению. Существенно само усилие. Всегда принимайте трудности как благословение. Без трудностей мы ничего не добились бы в жизни. Если приходят большие трудности, значит, существование вас ищет, чаще бросает вам вызов. И чем лучше вы с ним справляетесь, тем больше вызов ждет вас в дальнейшем. В самый последний момент трудности исчезают. Но этот последний момент наступает только благодаря трудностям. Поэтому никогда не принимайте трудности как что-то плохое. Находите в них хорошую сторону. Тот самый камень, что преграждает вам путь, может стать опорой для следующего шага. Если бы на пути не было камня, вы никогда бы не поднялись выше. И сам процесс преодоления, создания опоры для следующего шага открывает вам новые высоты существа. Как только вы начинаете относиться к жизни творчески, тут же оказывается, что все может пригодиться, и из всего можно извлечь нечто полезное. Ничто не бессмысленно.